Добрый день! Сегодня я поделюсь с вами моим рецептом, одним из любимых. Это салат из ананаса. Рецепт нам посоветовали на Гуа в ресторане «Mama's Kitchen», то есть кухня моей любимой мамы. Поэтому это почти домашний рецепт, и поэтому делаем мы его дома. Нужно купить маленький ананас, самый маленький, и желательно кисло-сладкий, а не сладкий. Кинза, красный чили, перчик, сахар и соль. Это все, что нам нужно для этого салатика. Я порезала все заранее. И вот эту смесь мы заливаем выжатым соком лайма. Вот у нас сок лайма. Заливаем ананас. Здесь и красный жгучий перец. И салат готов. Если вы оставите его в холодильнике на ночь, то он промаринуется хорошо. И утром будет еще вкуснее. Но можно его подать уже и вечером. Для чего в ананас добавляется красный перец? Так как он обладает жгучим привкусом, с этой целью его и употребляют люди, живущие в жарких странах. Он разгорячает нас изнутри и помогает перенести очень жаркую погоду. А сегодня на ужин я приготовила обычные рыбные котлеты щучьи. Ну, правда, для придания аромата я добавила в панировку немножко индийской приправы для гриля. Сегодня вот такое у нас настроение. Мы хотим вспомнить прекрасную Индию и ее волшебные ароматы. Узнавайте новые рецепты и готовьте вместе с нами.